Перезагрузка в Казпочте в стране до конца года установит 170 постаматов. С их помощью можно будет получать заказные онлайн-покупки. Это новшество, по мнению сотрудников акционерного общества, сократит очереди и сэкономит время клиентов. Сейчас этот вид услуг оказывают 17 отделений. О последних реформах Казпочты в рамках трансформации рассказали руководители компании представителям госорганов и депутатам. Напомню, перемены здесь начались в прошлом году. Уже есть положительные результаты. Это рассылки СМС о поступивших посылках, внедрение электронной очереди и модернизация отделений Казпочты.